доброго времени суток, друзья. Я получила сейчас посылку. Вот так продавец позаботился, упаковал. Посмотрим, как внутри. Я надеюсь, что так же хорошо и аккуратно, как все снаружи. Liebende de Pflanzen, mit Liebe behandeln. То есть, живое растение, относитесь с любовью. Прекрасная, я думаю, цитата. Я заказала свое любимое растение, редкое растение Колодимононис, обезьяний хвостик, Хильде Винтеру, небольшой горшочек, диаметр 9,5 сантиметров. Так, также, друзья, говорю сразу, я не продаю растения, потому что часто поступают такие вопросы, можно ли у меня что-то приобрести или продаю я. Я не продаю растения. У меня нету кляйна гивербы и вообще гивербы, связанные с растениями. Вы знаете, что в Германии у нас с этим очень строго. По-черному, как говорят у нас Шварц, Арбайт. Я не работаю, не занимаюсь. И вам, мои хорошие, не советую. Да, показываю, что внутри вот так упаковано. И сверху вот так бумажечка была еще. Посылка пришла. Сегодня вторник, 5 февраля, я заказывала, когда я заказывала, друзья, 5 марта сегодня, что я говорю, февраля, 5 марта я заказывала 29 февраля, в четверг. Так, канамотал, покидал, вот так. Бумажками все прикрыл, здесь положил мне... вот такую, короче говоря, то, что я оплатила, тут все мои данные, квитанция, я не буду вам это показывать, друзья, да, по понятным причинам. И также указал здесь мне свои данные, что у него здесь продают экзотен, раритет и цубихер. Экзотические, редкие растения и также различные принадлежности к ним. Ну что, вот это в мусор все пойдет. Сейчас установим с вами. Даже боюсь смотреть, какие мои ожидания. Надеюсь, они... это все оправдает мои ожидания. Прислал быстро. Бевертунги, то есть отзывы у него хорошие. Так как 99% в кома 3,3, я считаю, это хорошие показатели для больше, чем 4000 продаж. Ну, посмотрим. Я довольна, друзья. Я довольна. Я довольна покупкой. Шикардос за такие деньги. Смотрите, сколько много хвостиков. Обалдеть, обалдеть. У многих продавцов я видела, сейчас все почищу щеточкой, я видела один хвостик, вот такой хвостик, сейчас мы раскроем, чтобы вам лучше было видно. Я на эмоциях, вы, наверное, это чувствуете, на радостных эмоциях. Единственное, что мне кажется, он его хорошо полил, потому что палочки мокрые. Ну, у нас погода плюсовая, плюс 14 градусов, поэтому это не страшно. Короче говоря, я на таких эмоциях, на приятных, да, что он прислал мне... Я вообще думала, там мои липуськи вот такие будут, да? Вот, я рассчитывала на 2 сантиметра даже, я была бы рада и прыгала бы до небес здесь, да? А он прислал прекрасный размер такой, да? И плюс еще и в таком количестве. Так, что я говорю... А многие продавцы хотят такую цену, которую я заплатила вот сейчас за все вот это кашпо. С раз, два, три, четыре, шесть хвостиков у меня здесь. Они за один такое хотят. И еще плюс ферзант, то есть пересылка. А грунт нормальный, он не мокрый. Он не мокрый. Он, наверное, его перед тем, как отправлять, полил, я не знаю. Ну, он не залит, он нормальный. Так, я сейчас кисточку возьму. Так, все, взяла обычную кисточку, у меня набор. И вот я смотрю, какая мне подойдет. Разные у меня есть, и маленькие, и большие, и широкие.
Вот. И другие еще есть. Вот эту я решила взять, чтобы вот... Я довольна, друзья. Я так довольна. Так вот, что я говорю. А, что я ему заплатила полностью вот за это кашпо с Хильдевинтерой, да? А, то буквально обычно один такой вот хвостик так стоит. Единственное, знаете, он немножко отличается почему-то от моей Хильдевинтеры. Я надеюсь, что это нормально, да? Вот. Но тоже он написал, что это Хильдевинтера, Кола де Манонис, обезьяный хвостик. Я думаю, обманывать ему нет смысла, так как репутацию продавец себе, я думаю, не захочет портить. Поэтому, я думаю, оно так и есть. Ну и вот, один вот такой хвостик, я все никак не договорю. И плюс пересылка, которая будет стоить, ну, минимум 7 евро. Это очень дорого получится, да? А я, получается, 6 хвостиков взяла за вот самый такой минимальный прайс, минимальную сумму, стоимость, которую можно найти у нас в интернете, у продавцов, у коллекционеров за один хвостик. Представляете? Я когда увидела его на просторах интернета, я глазам не поверила сначала. Я думаю, да не может быть. Он фотографию поставил, что там вот 6 таких красавцев. Я думаю, да не может этого быть, да нет. Хотела ему написать, но у него переполнена у него почта, и нельзя отправить ему никакие вопросы, никакие письма. И я уже на свой страх и риск рискнула купить. Вот здесь такие, смотрите, сейчас... Вот здесь такие у него на теле красные такие какие-то коричневые точки, где колючки растут. У моего такого нету. Я не знаю, почему у него так. Вообще он отличается, если честно, он отличается. Может, это уход роль играет. Потому что у меня тоже есть маленькая Хильдевинтера, которую деток дала, и также у меня растет. Но она не такие... Не такой вид. Я оставлю вам сейчас для сравнения, да? Посмотрите. Но пушочек все растет, все. Я больше подумала бы даже, что это Хильдевинтера ауриспия. Так, по-моему, она называется. Но нет, он пишет, что это Кола де Манонис. Что это хвостик обезьяний. Я надеюсь, что так оно и есть, друзья, да? Ну, хотя ауриспия, она тоже... Стоит по цене также, можно сказать. Иногда даже что-то из них бывает чуть-чуть больше, чуть-чуть дешевле. Но цена приблизительно такая же, да? Если даже он мне прислал не Кола де Манонис, не хвостик, я не расстроюсь, даже если это будет не обезьяний, а крысиный хвостик, да? Я тоже не расстроюсь, потому что я тоже ее хотела. Ну, я даже не знаю. Вы мне напишите, что вы думаете на этот счет, эксперты. Обезьяний хвостик это Хильдевинтера, Кола де Манонис или нет? Или это лохотрон? Ну, он пишет и утверждает, что это она. Так, сейчас я посмотрю здесь. Вот. Я вам сейчас покажу даже. Сейчас я закрою, чтобы вам... Ну как, не светить слишком данные, да, мои? Зачем я буду светить данные? Потому что люди разные в интернете есть. Я сейчас вам просто покажу, чтобы вы знали, что я не выдумываю ничего. Так, Валерка как раз проснулся. Хильдевинтера, Кола де Манонис, Афеншванц, кактус. То есть Хильдевинтера, Кола де Манонис, обезьянный хвост, кактус. Размер М, диаметр 9 сантиметров. Так, вот цена, кстати, если кому интересно. Вот я заплатила. И еще плюс ферзан, то есть пересылка. И гизамт сумма у меня вышла 25 евро. Это очень дешево для такого растения. Ну все, друзья, Валерик проснулся. Я с вами прощаюсь. Надеюсь на ваше понимание. Так, сейчас я ему скажу. Так, Валерик, мама идет. Мама идет. Я сказала ему, видеоняня у меня, видите, он сидит на кроватке и ждет.
Всем спасибо за просмотр. Желаю всем всего хорошего. Всем удачи и пока.